Лидер КНДР Ким Чен Ин приблизил свою сестру к верхушке власти. 28-летняя Ким Йо Джон назначена заместителем члена Политбюро ЦК Трудовой партии, правящей в Северной Корее. В руководящих органах девушка заменила тетю Ким Чен Ина, которая играла важную роль в принятии политических решений. Ранее Джон занималась в Трудовой партии пропагандой.